Фонтанная чаша построена, инженеры смонтировали и настроили коммуникации. Отделочники украсили фонтан мозаикой. Остались небольшие отделочные работы. Фонтан также у нас будет поющий, то есть у нас будет подниматься струи воды и будет музыкальное сопровождение. Полная сила будет работать уже начиная с 14 числа. К открытию фонтана установят новые лавочки и урны для мусора, старые покрасят. Специалисты предприятия «Ремстрой» благоустроят парковую зону Ореховой рощи. Восстановление тротуарной плитки, то есть все виды ремонтных работ. Далее проводится аквасорной растительности, обрезка сухих деревьев, окраска заборов, восстановление таблички по правилам поведения и недопущение выгула наших домашних животных. Также проводятся работы по обработке гербицидом наших дорожек, потому что травка у нас растет, поэтому мы это все убираем. Парк Ореховая роща – любимое место для семейного отдыха. Супруги Айвазовы часто гуляют всей семьей в Ореховой роще и ждут открытия нового фонтана. Очень здорово, что вот это все вот сделали. Очень хорошо тут приходить с детьми гулять. Очень часто здорово, часто приходим, гуляем здесь. И как бы все лучше и лучше. Изменения в облике курорта отметила Ольга Мальшакова. Год назад переехала в Анапу. Основные критерии переезда – море и хорошее благоустройство города. Я приехала с Урала и облюбовала, в общем-то, этот ваш город. И он меня поразил именно чистотой, благоустройством. Действительно, нужно больше вносить как бы свежести. Именно вода ведь создает вот эту свежесть, и где возможно отдохнуть. И вот эти вот, я думаю, что когда будет работать фонтан, будет отражаться вот, как радуга, будет, наверное, и детям будет лучше. Дети любят воду. В Анапе завершилось еще одно строительство – светомузыкального фонтанного комплекса на площади перед зданием администрации. Освещать фонтаны будут новые фонари. Освещение по последнему слову техники. В полную силу под ритмы музыки разноцветные огни фонтаны заработают 14 июня, в день открытия курортного сезона.